Коллеги, рядом со мной Елена Воронцова, руководитель ЭКО и ЗОЖ-направления компании «Перекресток». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немного, во-первых, как вам форум? Очень насыщенная программа. Я присутствую второй день, была практически на всех заседаниях. Приятно увидеть коллег, с которыми ты общаешься, и не которых, к сожалению, период пандемии ты видишь в течение там пару месяцев, а тут ты видишь всех на одной площадке, и столько информации, столько инсайтов, и это действительно очень значимо и интересно. Замечательно. Хочется сразу узнать, вы как руководитель ЗОЖ-направления, что «Перекресток» делает для этого, для своих покупателей? Потому что повестка правильного питания, конечно, уже не только два года, но особенно остро эти два года стоит. Действительно, пандемия усилила этот тренд, и последние два года мы видим увеличение спроса со стороны наших покупателей. У нас разработан в «Перекрестках» маршрут полезных привычек, и у нас есть специальные корнеры, в которых покупатели могут найти ЗОЖ-продукты. Это продукция и безглютеновая, и органическая, и продукция, относящаяся к правильным сладостям, и различные здоровые перекусы. Потому что мы действительно видим, что для наших покупателей это важно. И мы каждый день ищем локальные продукцию. Также мы стараемся развивать наших поставщиков, развивать интересные, выпускать товары. И, конечно же, товары в нынешнее время, которые будут максимально доступны с точки зрения цены для наших покупателей. И, конечно же, у нас есть наша собственная торговая марка «Зеленая линия», которую покупатели могут найти в любых супермаркетах, которая также представлена в виде отдельных корнеров практически в любой категории с очень интересным брендингом и красивым таким визуальным визуализацией и, конечно же, ассортиментом. Вот вы правильно сказали по поводу перекусов. Очень важный момент, потому что темп жизни, он увеличивается постоянно, и люди все чаще перекусывают на бегу. А что же такое правильный перекус, здоровый перекус ваших клиентов, которые приходят в «Перекресток»? Знаете, вот мы недавно только провели такой анализ, исследование, мы выявили то, что наше целевое ядро – это 25-40 лет в среднем, для которых действительно темп жизни, особенно в мегаполисе, обуславливает то, чтобы они находились в тонусе, чтобы выполняли большое количество действий и при этом оставались продуктивными. Поэтому мы предлагаем нашим покупателям здоровый перекус – это прежде всего группа батончиков, это мюсли, это орехи, это какие-то на ходу продукты фроф и фреш, которые можно перекусить. Также мы видим, если буквально два года назад наши покупатели искали именно батончики, то сейчас спрос перевесился в сторону полезных орехов и сухофруктов. Поэтому это тоже интересно наблюдать, и мы адаптируемся к этим условиям и, конечно же, предлагаем большую ассортиментную матрицу, содержащую данные продукты. Кроме этого, мы видим спрос на безглютеновые и стараемся тоже идти в это направление, как от выпечки, так и других продуктов. Спасибо большое. Вы делаете нас всех здоровее и идете в ногу со временем. Это ли не чудо? Спасибо огромное и до встречи в следующем году. Спасибо большое.